Привет, стримаши, ребята. Обзор дешевой еды. Морковка мытая. Мытая — это круто. Потому что самому мыть долго и неудобно. А мытая она всегда дороже. Там чуть ли не 40-50 рублей. Это 15 рублей. И вообще без дефектов нормальная, она крепкая. Там старая морковка, она гнется, это ну просто отлично. Репка, но это очень редкий гость. 50 рублей стоит килограмм, просто так для интереса купил. Потому что дорого, дорого репку покупать. Кабачок 19 рублей. А сейчас зима уже, ноябрь. Начало ноября, кабачок. Это круто. За 19. Ну, он, видите, немного побит. Но вполне хороший. Ну и что я много снимал, вот эти яблоки по 25 рублей. Ну, это тоже считаю хорошо. Они... Так, он фокусируется. Они, ну, немного побитые, но вполне нормально. Цена 25 рублей. Это все недостатки скрашивает. Вот такие вот места какие-то побитые. И вот такое вот яблоко. Какой-то хороший сорт, крепкое, но тут вот пришлось вырезать эту фигню. Ну, в общем-то, все. Суть ролика в том, что ни в каких перекрестках, лентах вы не купите мытую морковку. Ну, я даже не куплю, ладно. Мытая морковка, кабачок, всяких перекресток любой сейчас стоит 60-70, морковка мытая рублей 40-50, яблоки самые дурацкие 60, по-моему, я видел перекрестки 60 рублей. Вот, это вполне нормально, но кроме яблок особо нечего покупать. Хурму я не хочу больше покупать. Она слишком терпкая. Не нравится мне вот эта терпкость, вот эта фигня. Вяжет рот. Ну, всем пока. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Даешь революцию.